Так, ну что, через фаст монетку вы сказали, да? Если вы хотите фаст монетку, будет фаст монетка, но я не то прокачал, я то прокачал. Фу, нормально, нормально. Cancel it, please. Вот они уже что-то не поделили или что? Ай, блин, я опять забыл включить voice. Почему? Почему у меня автоматически на некоторых богах voice выключен? Кто мне скажет? Так, 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 тихо, тихо. Уже фармит. Вообще без зазрения совести даже не ждем вражеского джанглера, а просто выфармливаем этот бафчик. Да-да-да, пойдем, да пойдем, забей на них вообще. Все хорошо. Блин, 0-1, понимаю. А где они? Она просто ушла. Так, 0-2. Хорошо. Да, Генк Райт Лейн. Ой-ой-ой-ой-ой, как же отрывает-то. Ой-ой-ой-ой-ой, я прям как Хоуи, посмотри, как дамажу ее, да ты шо. Out of mana. Вообще Сцилла со мной не справляется. Я ее буду дамажить до последнего, чтобы меня не захотели даже гангать, даже близко. Окей, be careful middle, окей. А где наш... А, ну джанглер фармит, все нормально. Ну 1-3, я не знаю, что они переживают. Так, она бэкнулась. Я им сейчас скажу, я надеюсь, они хоть как-то отреагируют на это. Блин, она моих мобов утащила. Блин, очень сильный. Первый скилл очень много урона наносит, кстати. Очень много. Так, что там по фаст монетке у нас? 2.50. 150 монет. Да wait, wait, wait. Вот это мы дали, да? Вот это. Так. Скоро буду мейнить ее, ё-моё. Out of mana. То, что она два раза двойку дает, это вообще какая-то жесть. Это вообще какая-то жесть. Он идет гангать? Не, не идет. Вы там вообще лайкусики ставите, ребят, на видосиках? Оп. Я знал, что остановишься, мать. Про Ктулху что думаю? То, что слишком завышены цифры для стража. Они, мне кажется, хайрезы сейчас переходят концепцию вот этих ролей, которые только на своей линии стоят. Вот я вам говорю. Скоро так и будет. Скоро все боги такие будут. Будут выходить стражи, которые только для соло подходят. Или убийцы, которые там как АДК отыгрываются. Блин, не достал чуть-чуть. Чуть-чуть не достал. Ботинок. Я книж... Это посох на стаке, не знаю, имеет смысл ей собирать? Вообще хочется посох, я не знаю. Я могу фаст ботинок купить и быть уже оверсильным. А могу попробовать... Могу попробовать собрать посох. И быстро к середине, к мидгейму быть уже сильненьким, не знаю. Сейчас, короче, посмотрим, знаете как? Сейчас будем стоять и посмотрим, как зайдет. Блин, 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 я хочу в замес, пожалуйста. Ну! А так! Вот и все. Чё за проблема-то, я не пойму. Я просто... Она... Ну, блин, она без хп же была. Исцила без хп, ее тоже можно убить. Ой-ой-ой, как же плохо, как же... Ой, как хорошо! И резко хорошо стало.
А было плохо. Я не понимаю, почему они не врываются. Нас же четверо. На любого мага можно собрать 400 качат, и они будут просто в лейте изничтожать все, что движется. Тут вопрос, доживаете ли вы до лейта. Я поэтому и говорю. Мы сейчас посмотрим, как игра пойдет. Если нам дадут фармить, а нам пока крайне жестко дают фармить, я куплю сразу посох на стайке. И к лейту мы будем толстыми и дамажными. Хотя фармим дальше. Дальше фармим. Она ушла, сейчас будет давить тебя. Ну и ладно, будет давить, а я пропушу ей линию. Нафармлю денег. Хорош. Слон хочет красный. Господи, отпустите меня на базу. Так, варды обязательно. Блин, не купил осколок. Ну, пока вроде нормально. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, тихо. Блин, ну это долго, это очень долго. А могли бы помочь мне? Ой же я молодец. Что-то они очканули. Ой, мисснул. Плохо мисснул. Блин. Оповещение на экране мне помешало нормально в нее бахнуть. Я тебя сейчас с руки убью. Она очень странно играет, кстати. Заметили? Красный выбили. Сыла бедняга еще без красного. Всю игру, блин. Ну это ж ее проблема, правильно? Она вообще убила хоть кого-нибудь? Но она кого-то даже убила. Блин, красный, но не могу я от фарма отойти. Возможно, Хронос возьму, да, сейчас посмотрим. Так, идем закупаться. Давай Хронос, через Хронос. Я тебя с руки добью. Ай, блин, куда надо было ультить. Что это за урон? Так, окей, я хочу красный забирать. Ой, блин. А, нормально, не, все рассчитано, если что, все рассчитано было. Забагался звук. Это мне аплодисменты. Да. Смотрите, сейчас будет Арти кричать. Арти. Давай. Потому что я вечно хочу. Да все, завязывайте, пожалуйста. Ой, лол. Арти. Да, Банкрофт почти на всех магов, наверное, зайдет сейчас. Но это мы сейчас заканчивать будем. Как я тебя, да? Да просто убиваем их, и все. Далее Банкрофт, но Банкрофт имба, кстати. Мне очень нравится. Все. Ну 21-5, ну они вообще никакущие. Вообще не, ну это потому что я был на Бабе-Яге, ну куда им. Хватит все подряд юзать, блин. Ладно, к этому как будто я был готов.